Завершены работы на турбинном участке и ремонтно-монтажные работы на третьем котле. Глава региона проверил, как Шахтинскую ТЭЦ готовят к отопительному сезону. От бесперебойной работы станции зависит комфорт в домах жителей города Спутника. В этом году там, кстати, начали менять и проблемные участки внутриквартальных и магистральных тепловых сетей. Подробности расскажет Антон Александров. Это у нас первая турбина. Как идут ремонтные работы на Шахтинской ТЭЦ, аким области проверил лично. Осмотрел установленные узлы, побеседовал с подрядчиками, которые ведут работы на станции, и поручил чиновникам следить не только за сроками, но и за качеством выполняемых работ. На данный момент тендера все завершены, объявлены уже победители. На данный момент проводятся ремонтные работы подрядными организациями, также и собственными силами. Шахтинская ТЭЦ остается на постоянном контроле главы региона и энергонадзора. От стабильной работы теплоисточника зависит комфорт в домах жителей города Спутника. Сейчас уже на третьем котле полностью завершены ремонтно-монтажные работы. Завершены работы и на турбинном участке, рапортует технический директор Шахтинск Теплоэнерго. По бойлерам, то, что непосредственно влияет на качественную тепловую энергию, подающую, которая нашим жителям шахтинского города, по бойлерам сейчас 4 бойлера вскрыты, демонтированы. На данный момент проводится изготовление трубных пучков, что в дальнейшем последствует хорошей выработке тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону. В ходе проведенного совещания глава региона детально расспрашивал о проводимой работе. Первую турбину сделали, работы ведут по запорной арматуре, доложил руководитель станции. Этим летом, кстати, в Шахтинске меняют проблемные участки внутриквартальных и магистральных тепловых сетей. На трубах восстановят теплоизоляцию. Подрядчики рапортуют, что демонтаж старых участков уже производят, параллельно устанавливают и новые трубопроводы. Власти заверяют, что проводимая работа скажется на улучшении качества теплоснабжения. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5 канал.